Всем привет, с вами Виктор, мы снова начинаем играть в Slay the Spire. Начинаем играть на первом разрушении уже, на безмолвный. Пытаемся пройти до 20-го разрушения. Так, в преддверии выбираем карту. Точнее, выбираем начальный таран, можно сказать. Выбрать и получить одну бесцветную карту. Есть хорошая бесцветная карта. Враги в следующих трех боях будут с одним хп. Что хорошо, потому что тут можно убить одну и Иту 100% почти. А можно даже две. Две это мало, вероятно. Скорее всего одну. Ибо потерять статую Ику и получить Ику босса. Блин. Пойди в следующем ОЗ, конечно. Редкую карту. Редкая карта. Какая может быть редкая карта? Я даже приблизительно не представляю. Я хочу бесцветную. Ох, лучше начальная бесцветная карта просто. Просто хорошая бесцветная карта. Даже лучше, чем, например, враги в ОЗ будут. По одному ОЗ будут, например, вот. Я, по сути, двоих убил сейчас только потому, что у меня выпала вот эта бесцветная хорошая карта. Блин, до конца своего хода. Разрушающий крик, если действовал бы хотя бы два хода, был бы прям хорошая карта. А так, карта не очень. Следующий хищник. В следующем ходу вы возьмете две карты. Наносит 20 дэмэджа, по сути. Отравленный клинок. Наносит 8 урона, накладывает 4 яда при улучшении. Попробую через яд сыграть. Вы проходите мимо. Ой, опять этот масочник. Мне не везет с ним. Попробуем. Вся золото при входе в тайную комнату. Господи, мне наконец-то прекрасное яйцо повезло с ним. Оп, 50 золота. Блин, ну так на яйца можно. Так можно получить много золота. Так, это время наконец-то пришло. Но уже поздно, я уже так добил. Накладывает 4 яда и 2 слабости на всех пауков. Но она сжигается. Выше как-то, в принципе. Бьем. Я хочу по тайным комнатам бесплатно получать. Ой, вам дается еще ржавый металл. Господи. Я пытаюсь выше найти иглу. О, у меня получается найти мороженое. Тут почти самая лучшая игра, скорее всего. Вы заходите в комнату и обнаруживаете широкую дыру в земле. Когда вы подходите ближе, оттуда вылезает огромный змей. Ого-го, привет-привет. Что это тут у нас? Здравствуй, странник. У меня к тебе простой вопрос. Самое приятное в жизни возможность купить что угодно. Согласишься? Получить проклятие сомнения. Сомневаюсь я в нем. Так, а как я могу? Угу. Ну и через магазин, вот так вот. Понятно. Да, соглашусь. Поковать, ковать. Что ковать? 7 яда. Много. 4 яда тоже много. 7 яда. В принципе, 7. Пойдем не через Иит, пойдем через неизвестность. Накапливаем золото. Свиток ниндзя добавляет в луку 3 заточки в начале боя. Очень хорошо. Улучшим еще одну какую-нибудь карту. Обезвредить лучше, потому что накладывают 2 слабости. На 2 хода получается, а не на 1. Сундук. У него груша, которая увеличивает максимальный УЗ на 10. Ой, у меня есть все споры на площадь. Для меня это очень хорошие мобы. Сейчас для меня это очень хорошие мобы.
Я даже готов терпеть, вот его удал. И просто наложить, положить яд на него. На другого. В принципе, ты меня не страшно. На нем будет висеть. Его убьем. Вот так. В принципе. Дефаемся полностью. И убиваем того, у кого меньше хп пока что. Блин, я умудряюсь тратить всю энергию. А, вот сейчас не спал. Ну, у меня как раз таки она сохранится. Это очень хорошо. Тема замечательная, мороженка. Блин, вот этот умрет от старости. Его вообще можно не трогать теперь. Сомнения выкину. Не хочу слабость получать в следующем ходу. Сейчас бы, если бы получил бы слабость, продамажил бы меньше. Для меня невыгодно это. Все, в следующем ходу я надеюсь, я его убью. Выглядит атака, да. Гея. Но ее можно только в лагере заезжать. Это очень не очень. Друг взрыв трупа. Накладывает 6 ядов, наносит всем врагам урон, равный для Макса Зайбер, выбранного врага, когда он погибнет. Хорошо, конечно, но и у ему коньков хорошо. Давайте взрыв трупа. Попробуем как. Ой, Сюикен. Меняем тактику. Разрез. Так, что убрать надо? Сомнения убрать. 100% как бы мешают. Блин, на гения тактика теперь не хватает. Акробатика хорошо, в принципе. Стоит один, да болтал как бесплатный. Ну все не то. Идем в неизвестность, бесплатное золото. Не повредит. Я. А, все, все умрут от яда. О, да, танец коньков. Просто бесплатно один раз вязаешь и получаешь бесплатную атаку. Ой, дэмэдж. Сюикена. Только что на 2 повысил твой дэмэдж, свою силу. Танец коньков надо вязать. Да и поддефаюсь. Все равно в следующем, в этом ходу я его убью. Накладывая один яд, вы накладываете, отрываете врага. Когда вы отрываете врага, точнее, накладывает еще дополнительный яд. Очень хорошо. Артефакт убираем, фею бутылки добираем. Блин, танец клинков и покрытие там. Танец клинков я возьму, потому что силы дает. Мне нужно больше танцев. Танец клинков, чтобы было больше их. У меня очень много карт за мной. Мне надо как-то с этим справляться. Сколько у меня? 300, так. Что надо убрать? Надо брать точно удары. Удары убирать... Удары не нужны. Никогда. Дебют бьем. Разрез бьем. Ловкость бесплатно. Бесплатная ловкость. Бесплатная ловкость. Раздает бесплатную ловкость. Хочу, не хочу. Нет, не хочу. И хочу. Чуть-чуть больше защиты.
Да нет, надо защиту в других местах искать. Тут уже немного не так работает. Так, сила мне такая не нужна. Таинский куб. Чтоб 4 заточки давал, да? Улучшаем. Одна заточка не лишняя будет. Никогда. У меня в стартовый ход плюс 2 дэмэджа и просто плюс 2 дэмэджа. Это уже сильно. Да, пытаемся максимально задефиться, но это бесполезно. Сильно дамажу. За точки удалы. Ой, как много заточек, господи. Даже хоть он мне наносит дэмэдж, я ему наношу в 2 раза больше, я не могу проиграть вот этот бой, да. Он умирает от яда. Адреналин и фантом убийца. Фантом убийца тоже хорош. Но адреналин мне нужны карты отбивать. Начай еды разгона. Тогда и ковать, ковать мне нужно. Вы не сбрасываете карту. Мне невыгодно не сбрасывать карту. Да нет, вообще. Впервые попускаю игры босса, но мне ничего не надо из этого. Все только может мне усугубить ситуацию, помешать как-то. Так, попытаемся побольше иток собрать, побольше магазинов пойти. Блин, ну, по явному пути больше яиток боссов, но нет смысла и в яитках, если я не зайду, например, в магазины. Хотя... Хотя и так и яитны. А, ну да, хотя и так и яитны, как бы. Просто 3-4, а тут 3-4-5. Будь длиннее, что ли? И мне кажется. Не понимаю. Ладно. По пути неизвестности пойдем. Тут точно будет поюзан взрыв клуб. Ой, тут все упадут, скорее всего. Сколько 6 ядов? А, все. Они все умрут сейчас. По идее, надеюсь. На всякий задепкусь, но они вроде бы все умирают. О, да. Замечательно. Сета назад и доболы. Но у меня тогда энергии не будет хватать просто. Ну, пытаемся сайта назад для дебола. Ну, не знаю. Пробираясь по темной улице, вы застаете несколько таинственных фигур. В процессе какого-то темного ритуала вы подходите ближе, и все они одновременно поворачиваются к вам. Самый высокий из них огоняет крики и протягивает к вам длинную преданную руку. Стать одной из нас. Стань одной из нас, сестра. И ощутите по шпии. Сестра? Это девушка? Безмолвная девушка? Ну ладно. Вы пятитесь назад и обнажаете оружие. Высокая фигура вздыхает. Ну что же, силуэт в плащах сливает единым сгустком черного тумана и улетает прочь. Вокруг снова ни души. Так, бесплатная реликвия. Стоит? Да, стоит его. Фотограф восполняет 25 УЗ в начале боя с боссом. Можно не хилиться на костре. Хотя и так особо этого не делаю. Я нашел себе защиту. Но в то же время у меня на нунчак не хватит. И не хватит. О, хватит, все. Нунчак и свет в воздухе. Просто...
две замечательных вещи, что я сделал. Нунчак дает энергию, а свет в воздухе дает всю защиту. Вон. Я его, по идее, не побью, и так. Да, я его не побиваю просто. Да и ладно. Не особо это все важно. Ну, я могу положить на него яд. Когда-нибудь он точно умрет от этого. Полностью задефаемся, не хочу от него лишний дэмэдж получать. Ой, замечательно, я его просто побью уже. Ну, чаки очень помогает. Погиби, наносит дважды урон. Но мне незачем, мне лучше вот на этих играть. Ну, вот у Болгата перекат, может, ну, можно. А, нет, я потому, оно не 6 защиты в следующем дает, а защита останется в следующем ходу. Я бы настолько защиту в одном бою, точнее не бою, а в одном раунде, а в следующем она бы осталась. Снова отправляемся в путь на Ииту. Да, да, так и делаем. Так, раз за точку, два за точку, три за точку. Дэмэдж получен. Далее. Накладывает 7 яда на все. Наполнительную силу получил, и ладно. Ну, получил немного дэмэджа в лицо. Ну, это не особо, думаю, важно. Притом, я получаю дополнительную силу и снял ему уже половину хп. А вот и заточки пришли. Все причем. Я просто его сейчас добью и все. Если не добью, у него останется очень мало хп, но я его добиваю так и так. Умер от яда. Отравил его постепенно. XP. Когда враг умирает, весь его яд перетаскивает другому случайному врагу. Очень хорошо, потому что яд у меня все равно есть. Призрак дает один неосязаемости. В принципе, мне не нужен. Можно вместо яда взять, но нет смысла даже. Выберите эту карту, если выберете навык, дает 3 защиты. В принципе, хорошо. Дополнительная просто карта. Но есть и в ней смысл? Ну да, взять карту, но какой? Возьму, а там посмотрим. Так, снова 50 ГД получаем бесплатно. Блин, очень хорошая голова змеи. Очень сильно помогает. Так, улов всем. Угу, так. Блин, он не умирает. О, еще энергия. Ну и все, пусть все лучше будут. Чем все так. Добивание. Наносит по 8 урона за каждую. Снова бьют на добивание? Нет, ну я возьму, конечно, но это немножко уже, немножко другое будет. Это скорее бьют на заточку. Тут все посвящено картам за мной и заточкам. Еще что-то здесь делает яд, но это так. Чисто затесался друг, можно сказать. Оборона и выживание. Точнее, и то. Да, лучше и то. И последнее дополнительную силу все-таки получу. Разъезд, прям побега. Пытаемся еще. Танец Кинков все-таки приходит. Разъезд. Ну, чеки дал, кажется, уже свои плоды. И слабость все-таки я на него положу.
Блин, он меня словно побивает понемногу. Неудобно без следа воздуха. Ну что, он первым приходил. Ну и как-то так. То очень много дэмэджа лишнего получаю. Если сейчас танец клинков придет. Нет, он не приходит. А. Каково дает по одному силу за каждое проклятие, вроде в начале боя у вас нет проклятия. Ну да, у меня нет проклятия. Ну и ладно. Мне они не нужны. Я и без них справляюсь. Снижает либо потерю ЗД на один. Прямо вести уже. Магазины на еду, конечно же. Что можно взять? Брать карту можно. А, вымок клинков. Добавляет за точку бесплатно. Ну и все. Не повезло, кстати. Не самый лучший магазин, что мог бы быть, наверное. Ой, хороший ход будет. Хороший ход будет. Идет на всех и максимально добиваем. А все, он умер по сути то взрыв тупо просто вязаем. Яд весь стакается. Все по плану, вы оставляете до одной карты в руке, а тут до двух карт. Замечательно, наверное. Да, ставлю. Точнее, возьму этот талант. Ух, ну чай, я думал, что-то еще произошло. О, взрыв-то наложился. Взрыв помогает. Захват при слабости. В принципе, слабость у меня постоянно висит. Можно взять дейдабола? Можно взять. Ему клинков надо ковать. Ой, танец клинков. Идем на ебуба из них. Змеюка, конечно, не очень. У меня нет как-то так дамажит много, поэтому мне особо нет смысла как-то изгаяться и пытаться наконечник сакать на какой-то определенной атаке. У меня все саму как бы половина хп на с первого хода. Очень хорошо как бы. 14 дэмэджа и 18. 18. Лучше бы обезвредить повезло. Ну ладно, он умрет. Две феи бутылки. Что бы случилось? Ну, мою бы я возьму, потому что стоит один, наносит урон всем и все-таки сжигается. Снова буду ковать что-нибудь. Свет в воздухе можно начально сделать. А две на е, чтобы две энергии давал. Чтобы оставлял две карты все по плану, а не одну. Если можно будет оставить, я буду оставлять нужные карты. Нет смысла как бы копить. Я, кстати, мог больше вам нанести наконечником. Ну ладно. Не особо важно. Блин, от того, кто
ті були больше хп намажуть. Так, потому что я сейчас навожу яд на него. И он взорвется. Ну когда это будет, блин? Что-то все плохо уже. Надеюсь, следующего хода будет. Блин, погибнуть с таким билдом будет уже как-то... как-то грустно. Как-то грустно будет. На всех яд и слабость. Где карты бьем? Все тупо есть. А, энергии хватает. Ну вот так. За точку. Все в воздухе оставляем. И отрованный кинжал. Завалился, нанес дэмэдж. И все, он убивает его. Меня просто замплял, убил его. Я хочу его сам расквитаться с ним, так сказать. Просто за точками его заковырял. Покрыть ядом, конечно же. Будет немного ядовитый бьют. Удваивает эффект зеи. Сундуков осталось не так много. Так что... пусть будет в сундуках по 5. Ой, еще и боссы легкие. Мне кажется, пора собирать ключи и идти на... идти на сердце. Вот этот билд сможет победить сердце. И даже, скорее всего, легко. Блин, не вижу, где прям много яиц. Ну, посередине. По центру прям много, в принципе, яиц. Да, и магазин есть заодно. Забежать по пути. Закупиться. Краски в яиц смогу убирать. Блин, мы будем гриб просто повязать и все. Ничего хорошего нет. Идем дальше. Прыгать с одной... ой, сейчас потеряю карту, кажется. В воздухе фигуры на другую вы подскальзываетесь, вы падаете. Все по плану. Облако слабости. Все по плану, просто вот там. Хоть я на него вход потратил, но неважно. О, отдать карту еще раз можно. Что можно отдать? Что мне мешает? И какая-то ненужная карта, и что-то, что-то в этом роде. Что мне... что бесполезно в моей карте? Обычный удар бесполезно, вообще бесполезно. Вот их стоит просто убрать и не задумываться об этом даже. Можно через два магазина. Чтобы побольше ударов убрать. Не мешай ей проверить. Только придется... а, нет, через два магазина нельзя. Ты боит и магазин. Но мне нужно больше яиц, потому что я хочу собрать все ключи. И пойти все-таки на поясом. На сердце. Кому добивание, кого добиваем, того, у кого больше тут хп. Ой, они все умрут от яда просто. Ой, у меня еще танцников. Даже так, ладно. Мы. Все, не очень. Играй на фишку мне надо. Ой, даже он умрет. Даже он умрет. Ну, должен, по крайней мере, умирать. Я не знаю, конечно, 100%. Но он тоже должен умирать.
меня куча дэмэджа, куча энергии. По идее, он должен умирать. Постараюсь это сделать. Осталось всего 3 хода. Ай, блин, у меня вот заканчивается разгон иногда. И 41 дэмэджа он мне наносит. А, не 41, фух. Яд. Яд вовремя пришел. Ладинаин. У меня очень много карт, слишком много карт. Мне нужно где-то брать добор. Просто иногда случится вот такой ход, как прошлый. И будет очень неприятно. Но он умрет на следующем ходу. Даже не успею его добить. Если бы добивание выпало бы, конечно, на что-то такое. Ну и добивание, наконечно пирается бы на добивание выпал, тогда может быть мы бы его еще добили. А так на ОСС только половина хп, он сам умер, даже больше половины. Тут мы ничего не бьем, когда в принципе у нас уже собрано. А мы ключи в принципе на косте можем получить, но тогда яиц меньше будет. На яиц же есть ключик, да? Да, там выбор между ключом и этим. И Квин. Обезвредить. Блин, депа у меня очень мало, если без света в воздухе. Но свет в воздухе меня будет спасать, надеюсь. Буду очень надеяться на это, конечно. Ну вот, полностью задефался даже без защиты, по сути. Ну, по идее, это его прощальный ход. Он должен умирать в этом ходу. Нет, не умер. Странно. Очень слабо разгоняюсь тогда я. Как-то побыстрее это делать. Потому что он меня дамажит нормально так. При всем при этом. Давай на питание. Удваивает наложенный яд. Тризатор. Блин, яда будет много. Но он не стоит 0. Это плохо. И алхимия случайно зелье тоже приятно. Кто из этого возьму? Хотя у меня билд вообще не про призатор какие-то. Просто заточки. Заточки сьюкен выпал. Нормально. Добивание хорошо работает. Накладывает яд. Едкие испарения, конечно, блин. У меня еще на всякий случай феи есть. Покрыть ядом, конечно же. Все буду стакать на спрайного. Потому что у меня выпала как раз таки вот эта карта. Блин, удобно, когда на всех стакалось, они все умерли и перешло все на одного. Максимально пытаемся задефаться от этого всего. Что-то он мне привнес очень много. Проблем.
Я даже полностью задать цель не смогу. Слабость. Это есть запад. Все, его умывает. Хорошо. Великолепно, так сказать. Танец клинков снова. Да? Танцы. Танцев клинков меньше не бывает. Мало не бывает. Блин, мне надо как-то ключи получать. Я что-то. А, вот. Вот он ключ. Первый ключ бьем. Только мне какое-то проклятие выпало. Проклятие неиграбельное, пока вы находитесь в этом ходу, вы можете разыгрывать только. Сколько карт? Три карты. Выпадет она. Нам конец. Раз. Два. Три. Они все атакуют. Дул-дул. Только что фею потратил просто так. А, нет. Не потратил. Повезло. Проклятие просто ужасно выпало. Чуть не шел у меня жизни. Блин, мы очень хорошая карта, но... Мне уже нет смысла такого прям. Сильного. Повезло, убал. Их я распоение снова бьем. Накладывает на врага 2 слабости, когда сбиваете всю его защиту. Прикольно, в принципе. Вы бьете 2 карты, затем крадете карту из руки наверх стопки добола. Не нужен добол. Нет, очень нужен добол. Блин, надо сначала задапиться как. Наверх столько до болы. Я могу указать, но я как бы получу много дамаджа. И не получу много дамаджа. Немного задапнулись. Уменьшим этот дамадж. Блин, как же больно по ним бить. Так, убивать. Я сам себя чуть не убил. Вот это было бы проклятие. Там он меня убил. Да? Не. Повезло. Акробатику? Акробатику. Очень сильно поможет мне. Боже, я выживаю на одном ПП. Что происходит? Нет, спаение, конечно же. Покрыть ядом. Тоже, конечно же, это... Тайский ход. Много-много заточек. Дополнительный яд. Добивание. А баллона больше нет. Яд. Это из этого можно разыграть. Ну, сначала закупку, логично. По 103 уже. А все. Я умер. Я восстановился с помощью пей, но это жопа как бы. Я умер. Да он умрет.
Нет смысла даже вообще тратить еще. О, слаще эти выпал. Хорошо. Акробатика второй раз. Мне главное сейчас не умереть, у меня все шансы выиграть. Ага, он дефается, когда я атакую. Но мне нунчаки помогает. Блин, жалко, у меня какого-то дебола нет, кроме... Кроме акробатики. Я лучше задеплюсь. Что она убивает стопки добавила? Акробатик. Боже, лучше, наверное. Кто из этого вообще кто больше? Нунчаки вообще не разыграюсь. А, мне нужно еще одну атаку разыграть. У меня нет только. Добиванием добиваю. Нет, только знаю, где что разыгрывать эту карту, например. Перед боссом я что-то там хиюсь. А, вот, восполняет хп перед боссом. Нет смысла хиться. Только мне вспомнить надо. Чтоб ключ последний получить. Так. Не все идеально, конечно же. Но все же. Дабл есть. Дабл есть. Значит, живем. Попытаемся дамажить того, кто дамажит. Зерт тупо есть. Сейчас попытаюсь как-то на него слабость сделать. Сделать на него слабость. Да, никак. Просто никак. Ну ладно. Если я смогу, я звездку разыграю. Блин, я только что откинул эту карту случайно. Это очень плохо. Надо было сразу улучшить. Нормально. Поставим его все-таки. По батику. Оборона пока не нужна. Мне нужно, чтобы не... А, все. Как-то не везет всем. Но очень много дамажит. У меня не приходят нужные калки. Могу еще просто взять и умереть. Это очень будет не епо. Мне надо 120 хп добить, и он умрет. Второй тоже просто умрет. На ком-то слабость висит? Блин, ни на ком слабость еще не висит. У меня вообще все плохо. А все, я погибаю, да? Да, я погиб. А, нет. Что меня задефало? Я не пойму. Ну ладно. Мне все равно. Главное, что я выжил. Пытаться убить его. Если я убью вот этого, то все, бой закончится. Я зачем-то едкие испарения заюзал. Мне не едкие испарения нужны. Все. Это просто конец. 5 силы я не буду видать. Да, это просто конец. Слава. Фух.
Просто повезло. Так. Ну, походим на сердце. Давайте. Наношу 920 урона. Это, кстати, не так плохо. Снова я задаю вопрос себе. Неужели я здесь не впервые? И снова открываю 100 и немного частичка из 100 и только уже за другого персонажа. Мы снова проходим на эндшпиль с полным количеством хп. Надо прокачать какую-то карту. Прокачать свет в воздухе, чтобы она была начальная, то это просто невозможно. Я чуть не умер из-за этого. Еще танец коньков можно. Новая скидка. Абонемент. Самое вовремя. Да, танец коньков еще нужен. И все. Ой, ну... Это просто, в принципе, для меня йога. Потому что у меня наконец-то есть свет в воздухе с первого хода. А не так, как буду. Я уже испугался, потому что я поиграю на нем. Блин, потратил опять... Хорошую карту в самом начале. Восемь раз по 10. Не, лучше добью на максимально. Все, один остался. Остался щит. Был меч, остался щит. Ой, какой просто фиговый ход. Есть смысл в обороне? Покрывать ядом нет смысла. Всем остальном есть, имеется... А, нет, это из этой не будет смысла вообще. Ну и то и тоже так в паде. Ну ладно, почти полностью задефился, я в принципе доволен. Разъезд станет с кунг-поп. И так, по идее, почти полностью депресс, плюс-минус там 10 единичек, это не страшно. Слабость накладываю. Беру за эту карту. Еще добол. Накладываю яд. Заканчиваю. Яд очень хорошо работает. Да, несколько кругов меня очень спасает. Кейндай пришел очень хорошая карта. Сайта назад. Конечно, берем сайт назад. Цвет воздуха. Ну, а теперь... А, кстати, у меня сюжет я бы потерял за на один. А, то есть, то, что он дамажил меня по одному каждый раз, потом в прошлом раз, было вообще... Вот сейчас это минимизируется. Адреналин. Мне даже не обязательно атаку для этого идти. Но то, что оборона сбивает, обидно, конечно, но это не важно особо. А то как-то наверх стопки до бола. Пусть накладывают на него постепенно яд. Оборона сейчас вообще не нужна. Сбрасываем ее. Яд и слабость. И 32 дэмэджа. 32 дэмэджа. Ну, кстати, я-то слабость тоже бы пригодилась. Ой, какой же фигня у нас же. Как же много всякой фигни. Блин, 60 дэмэджа. Ой-ой-ой, очень больно. Мне кажется, все равно поиграю в сердце. Но это уже не так обидно, как у вас. Да, я поиграю. Кто вы дошел здесь делать? И снова проигрываем, мы почти всю хуй. Бить на заточку, что ее против него без поездит. Ой, на нем висит мишени. А, все. Ну что бы я бы не сделал, я бы проиграл. Мне нужно было защиту откуда-то брать, а защиты не было. Блин, меня все время что-то спасает, я в шоке.
31, кстати, не так много. У меня больше на 1 хп. Да? Да. Ну не на 1 хп, но у меня больше было. Ой, 52 дэмэджа. Ой, я могу сейчас ему 150 цести. И тогда... Я, может быть, выиграю. По правде, я вообще не надеялся. Сейчас его просто я добьет, но вообще никак не надеялся, то, что я его убью. Я забыл про хвост ящерицы. Я просто думал, уже я там умру, но я его побеждаю. Я побеждаю сердце, прохожу шпиль. И прохожу историю. За созерцающим. По правде, это на первом возвышении, нечему радоваться, но... Это был хороший забег, забег на заточку. Мы побеждаем. Тысяча 400 очков, кстати, не так много, как хотелось бы. Плащ кинжал открыл, господи, я думал, он у меня вообще есть, мне просто он не выпадает. И что теперь? Неужели все кончено? Шпей засасывает, засыпает. Глядет и мой черед. Что это вообще? Шестигра за чудовище. Ладно, мы будем заканчивать на этом. Я пошел в шпиль за созерцающим. И это был хороший выпуск. Всем спасибо, всем пока.